Временно исполняющий обязанности главы Республики Дагестан Владимир Васильев, сегодня впервые посетивший Ингушетию в новой должности, отметил достижения соседской республики в области развития аграрно-промышленного комплекса и выразил заинтересованность в развитии двустороннего сотрудничества. Об этом он заявил в ходе встречи с главой Ингушетии Юнусбеком Евкуровым. Глава Ингушетии поприветствовал своего коллегу и выразил желание оказать поддержку в вопросах сотрудничества. По словам Владимира Васильева, даже такая короткая возможность посмотреть столицу и часть республики вызывает уважение. Он отметил, что искренне рад переменам, которые увидел сегодня. Кроме того, он поблагодарил Юнусбека Евкурова за предложение помощи. Временно исполняющий обязанности главы Республики Дагестан отметил, что при сложении наших возможностей появятся не только дополнительные силы и средства для решения проблем в интересах республик, наших жителей, но и для решения проблем всех регионов России в целом. Рад приветствовать. Я искренне поздравляю и выражаю свою искреннюю поддержку с тем, что вы назначены на исполняющий должность ответственный пост. И я уверен, в дальнейшем вы улучшите ситуацию, совершенствуете то, что уже сделано до вас. И, конечно, консолидируете общество республики. И вопросы, связанные с социальной составляющей экономикой, это основные требования президента страны к нам, ко всем руководителям. И, конечно, с вашим опытом, знаниями и в хорошем смысле слова связями, хорошими рабочими, конечно, задачи легче будет выполнять. А мы со своей стороны всегда и окажем помощь, поддержку, поделимся опытом. У нас тоже в этом деле есть опыт, и будем учиться у вас. Вам спасибо. Мы из-за того, как очень тесно взаимодействовали, у вас было всегда доброе отношение к нам, к Республике Ингушетия, и было хорошее взаимодействие с депутатским корпусом. Вам огромное спасибо за это, мы это всегда будем помнить. Вот даже короткая сейчас возможность посмотреть на столицу, ну, часть республики, вызывает уважение. Вы правы, я давно не был, очень хорошие перемены, искренне видно, что ваши предшественники, вы сделали много. Я этому искренне очень рад. И еще я вижу здесь, конечно же, и президент внимание уделяет, Владимир Владимирович Путин, России помогает, что для нас сейчас тоже очень актуально. И поэтому ваше предложение, как никогда, кстати, и поучиться, посмотреть, всегда полезно. Поэтому будем пользоваться этим предложением. Со своей стороны тоже готовы и были бы рады развивать сотрудничество, искать решения. У нас, я думаю, при сложении наших возможностей появятся не только дополнительные силы и средства для решения проблем в интересах наших республик, наших жителей, но и в решении всего региона проблем и России, наверное, в целом.